На улице кромешный ужас. Я с трудом иду по всем этим снегам. Я иду ремонтировать. Чё у меня на подбородке? Ремонтировать ногти, потому что у меня сломался ноготь. Отращивала 3 месяца, и он сломался. Ноготочки мои. Ноготочки. Хвастайся своей красотой, давай. Хвастай своим. Подчистую обломанным ногтем. Но я ничего не почувствовала, самое странное. Он просто отвалился, и я подумала, о нет. Не больно было, словно. Нет. Ну и хорошо. Ну замечательно. Сейчас все остальные. Бам! Наращиваем. Ну вот это наращиваем, все остальные просто все переделываем чертям собачьим. Слушай, вкусно. Здесь можно все что угодно. Я люблю тебя. Да, такие прям длиннющие, давай сделаем. Ну как тебе? В дерьме этом, в вранье живется. Понимаешь? Я не хотел делать тебе больно. Да что ты? Ты хотел сделать мне приятно? Ты мой милый. Ты мой хороший, ты мой родной. Давай, скажи мне, как ты меня любишь. Потому что я всю жизнь от тебя слышу, я так хочу. Я так решила. Ты хоть раз спросила меня, хочу ли я ребенка? Простите, а по какому, стесняюсь спросить, вопросу вы здесь? Ну, стеснение не самое лучшее чувство. Я вам как психолог говорю. А вот учить меня в моем доме не нужно. Давайте к делу. Вы мать. Я мать. Вы мать. И вы тоже мать. Среди нас не мать, только Ева. И это о многом мне говорит. Например. Психологиня приехала, и, короче, бабушке плохо, мама рыдает. Наташа в шоке, тут и я. Нет, это не очень плохо. Это просто пиздец. Это Ада Лавлейс, дочь известного английского писателя Джорджа Гордона Байрона, а еще первый программист в истории. Она родилась 10 декабря 1815 года в Англии. Любовь к математике девушка привила мать еще с самого раннего детства. Девушка стала настоящим гением своего времени и всю свою жизнь посвятила науке. Правда, при жизни Ады в работу не была запущена ни одна программа ей написанная. К сожалению, это произошло уже после смерти выдающейся женщины. Спустя 200 лет профессия программиста стала востребованной и актуальной на рынке труда. А чтобы научиться программировать, уже не нужно посвящаться
посвящать всю свою жизнь учебе. Достаточно просто пройти обучение в онлайн-школе Skill Factory на самом популярном курсе — веб-разработчик, где вы не просто механически освоите навык, а научитесь думать как программист и разрабатывать собственные методы решения задач. В Skill Factory 5 форматов практики для формирования разных навыков. За время обучения вы создадите 10 проектов, основанных на решении реальных задач, и пополните ими свое портфолио. Изучите сразу два языка программирования — JavaScript и PHP. А это означает, что научитесь создавать и фронтенд, то есть визуальную часть сайта, и бэкенд, то есть внутреннюю часть сайта. Средняя зарплата веб-разработчика в России сейчас 150 тысяч рублей, а спрос на топовых специалистов всегда высокий. В любом случае, карьерный центр Skill Factory поможет найти первую работу и будет рядом на всех этапах трудоустройства. При регистрации на курс в декабре у вас будет возможность попасть на день открытых дверей в IT-компанию Beeline, где вы узнаете, с каким стеком технологий и проектами работают команды, какие есть стажерские программы и ожидания по кандидатам, и получите ответы на все интересующие вас вопросы. По моему промокоду «Привет, Полинка» Skill Factory дает вам скидку 50% в честь Нового года и дарит целых 3 курса в подарок. Так что скорее переходи по ссылке в описании и начни исполнять свои мечты уже сейчас. С наступающим! Пейдж ничего не ответил. От каменной неподвижности половины его лица рот казался искривленным. Здоровая рука потянулась к книге, лежавшей на столике у кровати. Эндрю заметил ее заглавие «Дикие птицы Европы». Еще раньше, чем больной принялся за чтение, новый помощник почувствовал, что пора уходить. К ужину Эндрю сошел вниз в ужаснейшем смятении. Он получил это место помощника врача, откликнувшись на объявление в «Ланцете». Или в «Ланцете». Но в переписке миссис Пейдж ни словом не упоминала о болезни доктора Пейджа. А между тем Пейдж, несомненно, тяжело болен. Налицо все признаки кровоизлияния в мозг, лишившего его трудоспособности. Пройдет немало месяцев, прежде чем он опять будет в состоянии работать, если это вообще когда-нибудь будет. Но сделав над собой усилие, Эндрю перестал думать об этой неприятности. В конце концов, он молод, здоров, ничего не имеет против лишней работы, которая достанется на его долю из-за болезни Пейджа. В своем энтузиазме новичка он жаждал целой лавины пациентов. «Вам повезло, дорогой мой», — весело объявила миссис Пейдж, суетливо влетая в столовую. «Сегодня вы можете сразу ужинать. Амбулаторного приема не будет. Да и Дженкинс проделал все вместо вас». Габелла. Хотела сделать небольшой апдейт по моим целям на год, потому что в предыдущем году я делала целое видео касательно моих целей, и, соответственно, год прошел, и хочется вообще посмотреть, исполнила ли я их или нет. А еще вы криво стоите. Так получше. У меня было 6 целей. Работа, учеба, здоровье, хобби, жизнь и путешествия. Самая продуктивная оказалась цель хобби, потому что я научилась вязать спицами. Я сделала картину по номерам. Я связала коллекцию брелков. И не только брелков. Все это вы можете посмотреть на моем сайте. И я выпустила еще один туториал по вязанию. Еще продуктивная оказалась категория «Жизнь». Потому что я научилась правильно отдыхать, храни меня Господь. Я доделала ремонт в квартире и даже переехала после этого, потому что я неадекватная, видимо. И я научилась расставаться с деньгами. Не на 100%, но я уже точно могу сказать, что расстаюсь я с ними с меньшими эмоциональными потерями, чем раньше. То есть у меня не случается никаких кризисов после того, как я трачу деньги, и слава богу. Я иногда расстраиваюсь, конечно, что я там слишком много могу потратить, но чаще всего я понимаю, что это правильные покупки, которые мне нужны, важны, и это хорошо, что я потратила на них деньги. То есть я не бездумно трачу, и меня это радует. Так что жизнь и хобби у меня четко в этом году закрыты, они все зелененькие, и я с собой довольна. Была цель работа, в которой я говорила, что хочу выйти на определенный доход. Я это сделала. Я хотела больше сотрудничать с любимыми брендами. Я это, в принципе, тоже сделала до того момента, как они все ушли из России. Я хотела снять видео о дорамах, чего я не сделала. Но, если честно, я и дорам сейчас смотрю в разы меньше. И, в принципе, я очень мало стала чего-то смотреть, потому что я в последнее время в основном слушаю только музыку. Именно поэтому у меня в Яндекс.Музыке 80 тысяч минут за год прослушано.
Неплохо. Следующая категория — учеба. Я закончила университет еще и с золотой медалью, или что там мне дали, красный диплом, прошу прощения, золотой медали мне нет. Научиться снимать коммерцию. Я отказалась от этой идеи, потому что это изначально была странная цель. Я поняла, что я не очень хочу делать видосы для кого-то, потому что мне нравится делать видосы по своей собственной задумке, и которые удовлетворяют мои какие-то потребности, а не чужие. Но иногда, если друзья попросят, я с удовольствием им готова помочь. Начать учить корейский. Я начала учить корейский. Пока сложновато, потому что там очень много разных правил по чтению, по произношению. И все вот это для меня пока что сложно, но тем не менее я начала учить корейский. Это ли не прекрасно? Здоровье. Удалить зубы мудрости. Сделано. У меня больше. Вот здесь нет ни одного единого зуба мудрости. Но вроде как вот здесь что-то досталось. Ура. Улучшить питание. Нет. Мне кажется, я его только ухудшила. Восстановить психотерапию тоже сделано и крайне успешно. И я не знаю, как бы я прожила весь этот год без терапии. Ей-богу. 22 год вообще, в принципе, был, помимо того, что эмоционально сложным для меня, но еще и сильно прорывным. Мне кажется, что я и сама очень сильно изменилась за этот год. И мое внутреннее состояние изменилось. И среда, в которой я сейчас существую, тоже изменилась сильно. Большей части хороших вещей, которые произошли в этом году, и хороших позитивных изменений не было бы, если бы я не пошла на терапию. Если бы я пошла на терапию, я бы все так же сидела вот во всех своих загонах, в том обществе, в котором я была, с теми людьми, с которыми я была. Я бы со временем только делала, что увидала и увидала, увидала. Поэтому, слава богу, храни терапию. Не устану это повторять. И последнее, самое... Самая грустная категория — это путешествия, потому что ни одна цель не выполнена. Я не съездила в Сеул, я не съездила в Выборг, хотя это было самое простое. Я даже в Комарово съездила, а в Выборг не съездила. И я не съездила в Сочи. Хотя тоже могла, но что-то как-то в итоге не доехала. Да, на самом деле, кстати, все направления, которые были выбраны в категории путешествий, были выбраны в условиях сильных ковидных ограничений. То есть у меня не было визы, я не могла съездить куда-то в Европу, я особо толком не могла съездить даже в ту же Турцию, вообще никуда. Я понимала, что в Сеул-то я точно могу съездить. Вот это я, конечно, выдумала. Но вот сейчас я смотрю на свой год, и я могу сказать, что он в целом был не так плох. Потому что я съездила в Финляндию, в Эстонию, в Берлин. Я даже немножко побывала в Швеции. В целом не так плохо, друзья, не так плохо. Касательно новых целей, если честно, я не хочу себя в этом году загонять в какие-то определенные рамки. Потому что история такова, что после того, как я выдумала себе цели и написала их, я к чертям собачьим забыла про все свои цели. Я сейчас вспоминала свои цели по своему старому видео. Это, знаете, вот... как бы это правильно так объяснить? В общем, делай, что делаешь, и будь, что будет. И несмотря на то, что я забыла половину своих целей, я все равно их сделала по итогу. То есть, по факту, мне просто нужно продолжать развиваться в тех направлениях, которые меня интересуют. И тогда, в принципе, я достигну условных идеалов, которые у меня есть. Но я не могу написать это четко и конкретно, что я хочу, чтобы было через 5 лет. И поэтому я не буду в этом году ставить цели. Потому что я знаю, что просто хочу стать лучше, стать круче, стать успешнее. И стать взрослее. И даже если вы не выполнили 100% своих целей, это не значит, что вы плохие или что у вас был плохой год. Он был плохой у всех, если честно. Если вы выполнили 50% своих целей, вы крутые. Если вы выполнили 20%, вы тоже молодец. Возможно, вы выполнили самую трудозатратную цель, которую вы себе поставили. Так что вы в любом формате молодец. И я вами горжусь. Получается так. Чем ты нарисовала уставших? Это гепард. У них такие вот штуки черные. Thank you.
Смотри, так это человек. Это человек. Через какое-то время, ага, все, я выбираю себя, пусть еще типа. Сегодня вас ждет один из ваших самых любимых форматов. Называется он просто «Обсуждение луков звезд». Ну, вы наверняка об этом догадались, потому что в названии этого видео прочитали. Ну, плюс я на красно-ковровой дорожке еще и в розовом плюше от российского бренда «Ушатава». Гоша, давай расскажем нашим зрителям, нашим подписчикам, подписчицам. Мы договаривались быть сегодня в цвете салата «Сельдь под шубой» или нет? Да. Мы... договаривались. Это же новогодний выпуск. Я нос хочу. Один из. Мы начинаем уже всех раскачивать, готовить к праздникам, вдохновлять, впечатлять Филиппом, потому что, да, он всегда перепрыгнул в стиле, да, всегда как плохо. И всегда это сложно, и, или это тот-то лук из подиума, но тут какая-то абсолютнейшая дисгармония. Мне очень интересно на день побыть Киркоровым. Что у него в голове? Или вообще с ним пообщаться? Он-то мужик-то по-любому крутой. Мне тоже кажется, что он прикольный. Да, но вот какой-то это там... интересна вообще логика всегда приколов этих. Я знаю, что, во-первых, у Филиппа сменился стилист. Ой, за окном снова снег. На улице Петербурга вообще куча снега. Но мы вчера с Аленой каким-то образом прошлись. От Петроградской до Чернышевской. Это ощущалось замечательно. Повязать хочу, я пару дней уже не вязала. А у меня очень хороший, классный проект, который, я надеюсь, я закончу до Нового года. Я очень на это надеюсь. Это будет очень смешно, это будет очень круто. Я не хочу спойлерить ничего, но это будет кардиган с очень крутой задумкой. Вот так скажу. Думайте сами, решайте сами, что это будет. Но мне кажется, что это будет очень смешно. Если у вас тоже сегодня рабочий день, желаю вам хорошего дня. Если он у вас выходной, то отдохните, черт возьми. Отдыхать важно. Да вообще, в принципе, просто хорошего дня, хорошей недели, хорошего настроения. Я еще не проснулась, как вы можете понять. Что-то как будто бы хочется второй кофе. Первый как-то вообще незаметно прошел. Люди тоже ушли из этой жизни, не в этом смысле.